Да, вот, про Порошенко. Вообще не его это была неделя. Такое впечатление, что он и сам поплыл, и вокруг него все словно поплыло. Оцените, например, хотя бы это его костюмированное представление, когда со сцены он поражает изумленную киевскую публику обещанием отбить Донецк. Это в понедельник. Я не маю жодного сумнева. Мы звільним аэропорт. Я не сомневаюсь, мы освободим аэропорт. Звільним от Донецка. Мы звільним Крым. Мы освободим Донецк, мы освободим Крым. Это наша земля, и мы відбудуємо аэропорт. Это наша земля, и мы восстановим аэропорт. И там мы зробимо під склом залишки арматуры, бетона и напишемо «Слава кіборгам». Поместим там под стеклом остатки арматуры, бетона и напишем «Слава киборгам». Слышали? Возьмем Донецк. А вот через день Порошенко уже в другом костюме и в гриме под шоколад. Но тоже в свете софитов. Сладко закатывает глаза и сжиманно клянется, что даже не помышляет о Донецке. Мол, все это русские газеты. Среда, Берлин, интервью для ЦДФ. Господин президент, я должен заметить, что вы подливаете масло в огонь, когда заявляете, что вы собираетесь отвоевать Донецк. Это высказывание очень обеспокоило немецкое правительство. Пане Клаус, я дуже дякую вам за... Господин Клаус, я благодарю вас за этот комментарий, но советую вам не читать российские газеты. Это единственный источник, где вы можете найти такую бессмыслицу. Я президент мира. Знаете, я бы сказал, прямая ложь – это сильная сторона Порошенко. Благодаря ей он пришел к власти и в первый год добивался многих своих целей. Да и Западу было удобно за Порошенко повторять. Сейчас, похоже, Порошенко как компрометирующую фигуру сливают. Важный звонок прозвучал для Порошенко от США. Государственное американское радио «Свобода» вдруг в пятницу публикует на своем в том, что тот с помощью мутных схем захватил в историческом центре Киева более гектара заповедной земли под строительство особняка, повредил здание памятник 18 века, а став президентом, остановил прокурорское расследование по этому поводу. При этом Радио Свобода подчеркивает, что Порошенко, будучи главой государства, как олигарх, не избавился ни от одного из своих бизнесов. Совпадение? Не думаю. Иначе зачем нужна такая публикация на американском госсми? Шоколадный король, похоже, начинает таять, поплыл. Еще один прокол Порошенко – отказ американского сенатора Маккейна войти вместе с Саакашвили в комиссию по экономическим реформам Украины. Порошенко вписал туда Маккейна, его не спросив самого. Теперь получил по носу. Ну и, наконец, Джон Керри, попросившись на встречу к Путину в Сочи, уже не цитировал от Порошенко одиозную ложь.